Ну что, ребят, всем здравствуйте, здравствуйте, всех приветствую. Мы начинаем вторую часть Call of Duty Modern Warfare. Да. Так много прикольчиков у меня было в шортсе, да, с первой части. Кто не смотрел, ссылка в описании на плейлист, полное прохождение колды, первой Warfare. Вот. Я что-то как-то соскучился по этому всему, поэтому... Поэтому почему бы и нет? Поэтому, Саш, поудобнее надевать пледик. Приятно пить, кушать, приятно вообще пить, кофе пить, или просто питья воды. Усаживайтесь еще раз поудобнее. Да, все сказал вроде. Приятного просмотра, а мы начинаем. О, посмотрим, как вам игра вообще, в принципе-то. Зайдет вторая часть, нет. Я, как я знаю, как я смотрю там на прохождение некоторое, да, такие на очень такие жесткие легендарные игры, то вторые части заходят так, хотя новичок, не всегда, не всегда. Да, что у тебя за имя такое дурацкое? Соуп. А у тебя? Че, да? Я помню это из игры. Николай сейчас в аду. Проводим его. Мы позаботимся о наших друзьях. Уходим. Захаев. Имран Захаев. Кстати, предыдущая часть, которую мы проходили с вами, очень смешная, прям сверх смешная. И интересная тоже. Короткая, но смешная. Ну сколько мы, сколько там, 7 часов потратили, да, или 6 на то, чтобы пройти всю игру. Вроде 7. Пять лет спустя. Представляешь, 5 лет спустя. Я надеюсь, сейчас все хорошо уже, да? Да, сейчас все хорошо. Сейчас все хорошо. Я просто проверял, там просто что-то, блядь, запись что-то в мозги делала. Такая, а, да, ты хочешь отснять? А хер тебе, прикинь? Не, ну ты прикинь. Вообще, как так можно? Кто-то меняется. Надеюсь, сейчас все будет хорошо. Бойс, пожалуйста, не надо. Границы меняются. Приходят новые игроки. Но власть всегда находит себе место. Знаете, от кого, блядь, я знаю, чей это голос. Мы дрались бок о бок с русскими. Они ненавидят нас за это. Историю пишут победители. Лично я думаю, что мы победили. Сосешь ты, ёпты. Уничтожаешь одного врага, ему на смену приходит еще более опасный. Новые страны, новые цели, новая идеология. Вчерашние враги, нынешние новобранцы. Учите их сражаться и молитесь, чтобы они не возненавидели вас за это. Ну, бля, ну такое... Типа, что? Хуй его знает. День другой, беда все та же. Вы знаете, чего я ищу, сержант Фоули? Что? Будьте начеку. Будет исполнено, генерал. У нас сегодня занятие с новобранцами на полигоне. Ага. Мне из-за Соула будем играть? Или Соуп, как его там? Джозеф Аллен. Первый батальон 75-го полка рейнджеров, блять. Рейнджеры, ебаные, блять. Мы с другого челика играем, прикинь. Рейнджеры, блять, хуй его знает.
Видел? Ты не, ты это видел? Ты это видел? Бля, как я? Как их кидать-то, бля? Извини, мужик. Ну давай, блядь. Или с АКМ. А это не то. А. На этот колесико. Или G. Да, да, проверю, ебать. Чего нахуй? Пошли. Блядь, дай пройти. О, блядь. Ох ты, блядь. Лечь. Блядь, а как здесь? Как здесь подкаты работают-то? Список заданий определить с места нахождения полигона с помощью индикатора задания. Генерал Шепард хочет взять на вооружение операции. Он лично приехал с проверкой. Ага. Выбери винтовку. Хорошо, теперь опять пистолет. Видел, как быстро. Выхватить пистолет быстрее, чем перезарядить винтовку. Улыбайся и бей в цель. На тебя смотрит Шепард. Он отбирает лучших в элитный отряд. Скар. Если ты хочешь. Ну ладно, приступай. Давай, давай эту тему. Давай эту тему. Не похуй. Там Блэк Мамба была, извиняюсь. Ну, бля, слишком дохуя, да? Дай-ка еще раз. Дай-ка мне глок. Глок. USP-шка. Не-не, глок. 100% глок. Вместо вот этой хуйни, вот это, наверное. Ебать, с пистами чисто можешь побежать. Блять, нет. Не-не-не, дай обратно эту тему. Погнали, ебать. Зачисти первый сектор. Ну, давай. Рядовой, это был гражданский. Просто смени оружие. Это быстрее, чем перезарядка. Все чисто. Теперь в здание. Прекрати стрелять от ядра. Посмотри в прицел. Мне похуй. Блять, встал бы к маме здесь. Беги к выходу, время идет. Ты не безнадежен, но надо потренироваться еще. Иди наверх к своей команде или пройди полосу еще раз. Неплохо, давай еще раз. Зачисти первый сектор. Ну, давай. Бля, ебать хуёво я стреляю что-то. Прицел. Все чисто. Теперь в здание. Прицель
Ну, 47, смотри, 48 секунд-то. Че, может? Может быть, до 40? Может быть, до 40? О, ебать, а дай-ка мне эту тему. Не, у него отдача ебанутая. Не-не, мне вот эта хуйня нравится. Скар пиздатая тема. Да, погнали еще раз. Блять, что мне с мышкой нахуй? Что с синсой, блять? Извиняюсь. Ну, ебать, 42 секунды. Ну, плюс 4 секунды за убитых же гражданских, понял? Меткость 46%. Ну, блядь, ладно, давай сэмочку попробуем с тобой сыграть. Блядь, сука. Все чисто. Теперь в здание. Погнали. Сучка ты. Блядь. Ебать. Ну, если бы не убил гражданских, нормально все было. Давай еще раз. Подожди, а как здесь это делать? Я не помню просто, как здесь делать этот. Блядь, стой. Блядь. И нахуй. Переиграть, дай. Я просто не помню, как здесь это делается, блядь. Подкаты, где здесь подкаты, ебать? Ну ладно. Сука! Беги к выходу. Время идет. Очень хорошо. 39, ебать ты, прикинь. Ладно, погнали. Let's go. Рекрут. Для начинающих рядовой. Офицер. Вы выбрали нерекомендуемый уровень сложности. Ты чё? Я хоть... Точно! Так, блядь, прикинь, это максимально сложно. Вам действительно вы действительно хотите выбрать его? Да, блядь. Я хочу, блядь, на максимальной сложности пройти эту игру. Ребят, на харде проходим, на харде. Максимальной сложности. На максимальном уровне сложности, блядь. Чё, куда, блядь, мне? На максимальном уровне сложности проходим игру. Я думаю, просто так интереснее смотреть. Мы самая мощная армия в истории человечества.
Каждая битва — наша битва. Происходящее здесь может иметь далеко идущие последствия. Похуй. Ой, не похуй. О, Шепард. Так, чё у меня с Тером? Ебать, погнали. Ох, блядь, началось, блядь. Ты прикинь, как метки стреляют. Пошли эти цитаты ебучие, блядь. Ну ладно. Пошел ты нахуй, дядя, блядь. Блять, сука. Повыше. Блять. Как все кавказский, ебать, ебаный сыр. Да, блять, ты отсосешь ты нахуй. Блять, я долбоёб! Блять! Тихо. Блять, тебе вообще похуй или что, блять? Ты и Black Mamba, ёбаная, блять. Блять, похуисто, смотри, блять. Сидит в телефоне, чилит, ёбаный ты ворот, нахуй. Смотрите, ему нормально, это решает. Пока что. Бля, ёбаный рот, куда мне садиться, нахуй? Да ебало, закрой. К удару с воздуха. Ну вы поехали. Давайте огонь исключительно в ответ. Вас понял, Хантер 2.
светильник. Блядь. Нихуя вообще. Ничего, тут чисто. Оверлорд, это Хантер 2-1. Проходим тоннель Харви через Элизабет-стрит. Вас понял, Хантер 2-1. Идите осторожнее. Спокойно, ребята. Это дикий запад. Вас понял. Мы за Капрала Дан играем? Следите за переулком. Дан, блядь. Хуль ты смотришь на меня, блядь? Сосать, блядь! Сосать подано, нахуй! Блядь, что происходит, нахуй? Сосать подано. Бля, восстанавливай свои силы, восстанавливай, блядь. Пойдешь ты нахуй. Ебать вас там как дерьма, нахуй. Блять, сосать подано. Да сосите хуй вы, блядь. Охуенно, братан. Блять, а можно встать мне, блядь? Скоро мы что, истинный патриот должен стать врагом остального человечества, блядь. Еблан, блядь. Давай, вставай, ёбаный твой рот, блядь. Хули ты рассёсся, блядь. Блядь, да ты еб... иди нахуй. Минус. Блять. Ты ебло утиное, блядь. Блядь. Сука, Тима ебучая, я как по вам соскучился, ебать. Пиздец, как соскучился по вам. Долбоебиком нахуй. Тебя в пизду, блядь. Сука, мне похуй. Всего доброго, блядь.
Ты схуели ты в меня стреляешь, блядь? Ебло утиное, блядь. Лови, ёпта, аптечку. Мужик, может ты пойдешь? Сука, попал же по тебе, тварь. Здесь хотя бы не бесконечные эти боты, блядь. Хоть шоты исправили они, блядь. Тиммейты тоже, видите, сами передвигаются. Ну, то есть не мы должны идти, а... А ебать эти. А тиммейты... А, то есть, ну где-то я должен, видите, идти, а так он сам. А, сука. Блять. Увидел. Как-то так, ебать. Ну, чувствую, блядь. Ну, они исправили много чего, заметно это даже по, ну, самой игре. Потому что, когда я, блядь, в первую играл, это вообще пизда. Здесь, конечно, получше чуть будет с этим планом, в этом плане. Боты хотя бы не бесконечные противники, ебать, то это вообще пизда. А то они, я помню, блядь, миссия, бежали, это я ебал. Как настоящий плохой парень. Для твоего задания идеально. Значит, добыча Макаров. Макаров. Добыча. Скорее, Макар. Бешеный пес, убивающий направо и налево. Знаете, кто озвучивал этот голос? Знаешь, кто озвучивал? Это отряд 141. Добро пожаловать в ряды лучших бойцов планеты. Благодарю, сэр. Когда я вижу остальных. Они на задании. Цель — модуль автоматической системы контроля в тылу врага. По колено в воде? Я бы сказал, на жестоком холоде.
Знаешь, кого он озвучивал? Блять, этот голос. Что-то во второй или в третьей части Marvel. Железный-человек вроде. Железный-человек там, блядь, мандарин или хуй, не помню. Мандарин, блядь, или что-то как-то так, короче, звали. Злодея главного. Вот он его озвучивал. Пиздато. Давайте-ка мы это ставим на следующей серии, если вам зайдет, конечно, эта игра. Мне она зашла прикольно, блядь, чувствую, нахуй, столько здесь будет угара, нахуй, шортсов, тоже дохуя и тиктоков. Кстати, в телеграм-канале все ссылочки есть на вот, да, на ВК. На ВК, блядь, эту, как ее, ВК Stories. Ну, там, Stories, фото, ВК-карточку, короче. И на тикток. Почему бы нет? Вот еще там инсайдики, кстати, есть, да, о жизни моей. И, в принципе, там, ну, если вам это все неинтересно, вам, блядь, ну, такие, нахуй мне подписываться, мне это вообще неинтересно. Можете подписаться на телеграм-канал для того, чтобы, только для того, чтобы получать уведомления о новых видео сразу же. Вот прям вышло видео, сразу же в эту секунду же вышло, вот прям в телеграм-канале сразу же идет ссылочка вот на уведомление вам на видео, что вот оно вышло. Вот, поэтому да. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Вам не сложно, мне приятно, комментарий по желанию. Еще в телеграм-канале, еще в телеграме можно комментировать, так что можно со мной пообщаться, да. Угу. Вот, в принципе, все. Бля, ну мне понравилось, прикольно. Чувствую, ебай, как угарно здесь будет прохождение, нахуй. Я ебал того рот. Но мне понравилось. Они исправили много чего, исправили. Ну как много? Исправили какие-то, то, что, какие-то, блядь, минусы, прям жесткие, которые мешали геймплею. Сейчас это уже более так легче играть, чем в первую. Вот, поэтому все, ребят. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующей серии. Давайте.